Привет, Саша. Спешу ответить на твой вопрос о том, как сделать работу, которая стала серой, опять красочной. И давай мы начнем с эксперимента. Возьми книгу и скажи себе: «Я должен ее прочесть». Что ты чувствуешь? А теперь скажи себе: «Я хочу ее прочесть». И ты видишь, насколько изменяется твое отношение. Сегодня я поделюсь лайфхаком, который поможет тебе перевести дела из категории «должен сделать» в категорию «хочу сделать». Те вопросы, которые мы себе задаем, определяют то, какие мы получаем результаты. Когда у меня была такая же ситуация, как у тебя, я задала себе несколько из них. Первое, я проанализировала, что мне не нравится в моей работе, что делает ее рутинной, серой и неинтересной. Составила список. Дальше я подумала, что мне приносит удовольствие, и также это записала. И третье, я подумала, как тот элемент, который мне нравится, приносит удовольствие, я могу в большей мере использовать в моей работе. Когда я ответила на эти вопросы, я поняла, что для меня важно видеть положительные эмоции моих коллег и клиентов. И я решила проблему рутины добавлением эмоций. И тогда я организовала просмотр фильма «Под открытым небом» во дворе нашего офиса, куда приходили коллеги со своими друзьями и даже с детьми. Приносили вкусняшки, мы смотрели фильмы, делились впечатлениями. Посмотри, что у нас получилось. Итак, когда ты знаешь, что тебя вдохновляет, и в максимальной мере используешь это в работе, у тебя начнется новый сезон крутых результатов и достижений в твоей жизни. Саша, тебе известен этот жест? Встречала вся Исландия свою сборную футбольную команду, когда та проиграла Франции. Викинги проиграли в этой игре, но они сделали больше, чем от них ожидали. Согласись, что легко найти поддержку тогда, когда ты делаешь успехи. Я желаю тебе найти такого болельщика внутри себя, который будет поддерживать тебя при каждой твоей попытке стать лучше.